Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. 23-й день, и я забираю 1000 тусклого янтаря. Так, спасибочки. Это закрываем. Так, хочу посмотреть, события есть сегодня? Есть, друзья мои, но, к сожалению, пока оно мне недоступно. Это выживание, блин, одно из сложных, по-моему, событий, которые я помню. И оно будет доступно нам через сутки. Жаль, конечно. Так, Беззубик, что ты мне принес? 100 миллионов древесины. Понятно. Так, ага, у нас громилет наконец-то, друзья мои, созрел. Ай, какой он мелкий. Разместить. Ага, сразу на новую территорию хочет. Ну ладно, пускай он будет здесь стоять. Так. Куда ты полетел-то? Поднялся так высоко. Я думал, что мы его сейчас прапаем. В принципе, можно ускорить. Ну, я этого пока делать не буду. Пускай он там 13 минут посидит. Как раз к концу, наверное, серии он прокачается. Так, заходим с тобой сюда и забираем бесплатно наш пак. Монета Одина. И здесь у нас выпадает громобой, костолом, крылатый ужас. И все. Мало-мало. И опять Тайфумеранг. Что-то он зачастил в последнее время. Я его сразу, ребят, буду отпускать, потому что он стоит очень мало. 60 тысяч рыбы — это для нас вообще, ребят, копейки сущие. Так, ну что, я хочу посмотреть, у нас с тобой открылась территория, где я могу построить себе шахту. Так, погоди-ка. Кстати, да, Вострозуб, ребята, переведен уже в Титаны, как ты видишь. Итак, да, друзья мои, наконец-то. Откройте крепость Брокера. Новый ресурс. Так, а где у нас... Секундочку. Это что у нас тут? Построить. Блин, древесины не хватает, друзья. Древесины не хватает. 450 миллионов. Блин, мне не насобирать столько за сегодняшнюю серию, к сожалению. Твою же дивизию. А этих я не могу прокачивать, потому что... Теперь осталось только сообразить, куда подевалась забияка. Три руны забираем. Нюхохватые, конечно, забавные, но ничто не сравнится с разрушительной мощью кошмарного Пристиголова. Когда на Олухе появился Пристиголов... Эй, осторожно! Так, поселите на Олухе... Так, ну это мы сделали. Получите поручите кошмарному Пристиголову добыть 10 тысяч единиц древесины. А вон у меня где... Подожди-ка, кошмарному Пристиголову. Почему вы мне показываете пару барса и вепря? Не пойму пока. Так, давай за древесиной. За древесиной, говорю. Так, ты тоже за древесиной. И ты, потому что нам... Секундочку, а может быть у нас здесь? Да, ребятушки, а что я переживал? У меня вот тут запас, оказывается, был. Слушай, а сколько же это будет... Штука у нас с тобой строится? Ну-ка, давай проверим. Слушай, 2 часа, может быть, нам ускорить? Да, я ускорю, пожалуй. Подожди-ка секунду. Получить железо. Перейдите в кузницу, чтобы добыть больше железа, или попробуйте получить его из наборов карт. Это как? Монеты Одина 6 штук. И посмотрим, что здесь. Шторморез, громобой, водорез. Погоди секунду, а где же я тогда должен добывать, извини меня, руду? Ну-ка, а тебя, парень, можно как-то сделать? Да, блин. Меня зовут Плевак, а мой прекрасный дракон Лаврик по имени Ворчун. Чтобы разблокировать моего дракона в магазине, начать. А, у меня не хватает викингов. Где же я тебе столько насобираю викингов-то, а? Парень, скажи-ка мне на милость. О, дела. Не все так просто, как я думал, а? Надо будет еще позапариваться. Так, что у нас здесь? Так, пускай, ладно, ищут. Блин, да что ж такое-то? Что за непруха? Здесь, кстати, мы за тобой забираем 25 рун. Обалдеть, сколько еще? Здесь 9 минут, кстати. А, это на обучение. Здесь 16 часов. Еще будет этот камень убираться. И вот этот тоже, кстати.
240 лямов нужно, чтобы убрать вот эти вот елочки. Ну и ценники, конечно, у вас тут, ребята. Обменять. Мне здесь ничего не надо. Руны я тратить не собираюсь. Так, Беззубик, давай-ка мы с тобой ворчун. Во, попробуй-ка найти мне вот этого ворчуна. Сколько? 120. А, была не была. Пускай летит. За 120 рун искать мне ворчуна. Давай за древесиной. Шпарь. Так, мы с тобой здесь сейчас поставим на обмен. Два блестящих янтаря. Там можно было, по-моему, даже три сделать. Так, драконы. Давай посмотрим, что нам здесь. Ох ты, я думал, что выпадет тусклый янтарь. Но нет, выпало нам мясо. Ночные жути, бесплатно лети. Кривоклык, ты что у нас тут? Яйцо дашь? Руны. Ну, спасибо. Бегство тоже бесплатно. Кошмарный пристиголов или барс и вепрь дает пак. Ох ты как. Давай, все это бесплатно. Ну и сарделька. Яйцо, да? А нет, шестеренки. Направо лети бесплатно. Так, ну что, с этими мы вроде бы как разобрались. Все пределы. Мало-мало ты мне. Погоди-ка, погоди-ка секундочку. Ну-ка, вернись. Вернись. Мне показалось или... Постройте кузницу, тогда вы сможете добывать железо. Сколько, сколько стоит? 380. Блин, а это-то что я тогда делал? Твою дивизию, это был склад железа, ребята. Мне нужна была вот кузня. 380 миллионов древесины. Вот опять я, друзья мои, лопухнулся. Опять. Ну что же это такое, а? Так, а эти-то почему у меня тут сидят, балдеют, ничего не делают? Уровень 80 нужен? Для того, что... Ничего себе. Так, покормить его, что ли? Давай покормим. И отправим, пускай он тренируется. Ты, наверное, тоже у нас пойдешь на тренировку. Лаврык тут у нас крутится, вертится. Кормим. И тоже на тренировку пускай летит. Это единственное, кого я могу сейчас, ребята, отправить на тренировку. Потому что остальные все требуют железа. Без железа, они сказали, фиг, мы тебе будем тренироваться. Вот так вот, что хочешь, то и делай с этим. А драконов-то у меня не так и много осталось, да? Из добытчиков, я имею в виду. Да, это грустно, конечно. Давай заберем тогда с тобой здесь награды. Тусклый янтарь. Так, бабочки. Плюс еще бабочки. Кто-то спрашивал из подписчиков, Рэй, для чего нужны бабочки. Я, ребята, объясняю. Любое событие ежемесячное, да, у нас нужно, вот, здесь в данный момент бабочки. Бывают листочки там какие-нибудь там, я не знаю, венки там, гербы. Вот, копишь определенное количество. В данный момент у меня 2500 этих бабочек. И я могу себе, например, купить стремительную жуть. Но я не буду брать, потому что она у меня есть. И есть резон, вот, например, на болотного задиру накопить, да? Конечно, я бы с удовольствием бы и вот этих драконов приобрел, но, как ты видишь, только для драконьих наездников. Вот летака мне очень нравится. Нюхогорб, он у меня есть, поэтому тоже нет смысла покупать. Можно, конечно, накопить на образ Кривоклыку. Каждый образ, друзья мои, смотрите, что дает. Здоровье в бою, ты представляешь? Вместо 1000 у него будет 3000. И древесину он будет добывать не 5000, а 29000 в час. То есть, как бы, скины очень даже, ребят, полезны. Может быть, даже мы с тобой, скорее всего, будем покупать скин вместо приобретения какого-то дракона. Так, забираем еще здесь с тобой 50 бабочек. Событие, как ты знаешь, пока недоступно. Ровно сутки нужно ждать. Так, здесь у нас пак, который мы с тобой открываем. Потому что сегодня у нас будет опять арена, друзья мои. Раз уж мы зашли в игру, надо что-то делать. Я думал, что у нас событие открыто.
Ну, оно как бы появилось, но в данный момент мне недоступно. Да, когда у нас были драконы-наездники, да, премиум АК, мы с тобой, конечно, здесь очень быстро развивались, потому что мы, во-первых, событие нам было бы уже доступно, это раз, а во-вторых, мы получили с тобой очень много рун и ресурсов. Теперь у нас как бы игра затормозилась. А в этом плане. Да. Жаль, жаль. Блин, ну как же я лопухнулся вот с этим, вот, ребят, я не понимаю. Будем надеяться, что завтра на событии, если, конечно, я успею поиграть, мы с тобой, как бы тебе это объяснить, попробуем накопить за счет рулетки эту самую древесину. Здесь, кстати, смотри-ка, сколько места будет. Причем не очень дорого все это стоит. Конечно же, нам лучше здесь расчистить все это место. Почему здесь вот мы не можем объединить, друзья мои? Вроде бы как... расширить. Сколько нужно там? 3000... Сколько? 3400, да? Рун. И тогда у нас тут откроется эта территория. Тоже было бы, конечно, неплохо. Так, ладно, я продолжаю пока здесь зачистку. Сюда. Так, этот камень с тобой берем. Бесплатно. Так, вот ту елочку надо убрать. Елок очень много здесь. А вот большие валуны, как ты видишь, уже довольно затратно убирать. Там по 400, ну по 500, грубо говоря, миллионов, чтобы убрать одно вот это вот дерево. Поэтому только маленькие пока могу здесь уничтожать. Так, давай все это соберем, что у нас тут уже. Но зато здесь можно уже спокойненько выставлять новых драконов, которые у нас там на складе. Так, бесплатно забрали. Здесь забираем. И здесь тоже забираем. Так, вот эту елочку еще с тобой берем. И камень вот этот вот. В принципе, и все, да? Остаются два валуна и 300 тысяч. Давай берем. 300 тысяч. А тут 240 миллионов. Обалдеть. Ну что, по-моему, нас ждет арена. Да? Подожди-ка, у нас тут точно ресурсов нету? 163 миллиона. Этого все равно, ребята, мало. Этого мало, к сожалению. А по заданиям нам кого там нужно было поставить... кошмарному престиголову. Почему он все сюда-то переходит? Я не пойму. Кошмарный престиголов у нас находится здесь. Сейчас я тебе его покажу. Его, как говорится, да, ребята? Вот он, кошмарный престиголов. Разместить. Ну, предположим, пускай он будет здесь. Так, что там нужно ему поручить на поиски? 10 тысяч древесины. Он же может древесину собирать? Может. Вот пускай идет и ищет ее. Так, здесь все хорошо. Да. Ну что, ребята, у нас с вами первая битва. Кстати, по-моему, кто-то из драконов у нас готов прокачаться. Надо будет глянуть. Так, ну что, скала, шторморез и кошмарный престиголов собственной персоны. С кого начнем? Наверное, с него. Так, тихо, успокойся, парень. Не буянь, он все равно буянит. Так, наверное, мы добьем с тобой этого ханурика. Попытаемся. Ты, ох, ничего себе он вдарил. Блин, ребята, это мощно. Эй. Спокойно. Вы что себе позволяете, а? Блин, ребят. Ай-яй-яй, ладно, начнем, наверное, с этого, да? А потом уже и престиголового добьем. Все, прощай, шторморез. Нет, пока еще не прощай. Как тут лучше сделать-то? Давай, наверное, вот так вот. А вот теперь все, вот теперь прощай. Естественно, этот шитик добьет.
Ну, а мы с тобой будем разбирать кошмарного. Удвоение энергии. Да вот фиг тебе. Подожди-ка, мы вот так лучше сделаем. Повесили слепоту, ну а дальше он уже в наших ежовых, так сказать, рукавицах. И последний удар. Вот так вот. Отличная была победушка. Ага, здесь у нас ветрокрыл имеется. С кого начать? Наверное, со злобного змеевика начнем пока. Понизим броню. Так, ну куда ты, куда ты, куда ты разогнался? Этот сейчас опять сюда же будет бомбить, скорее всего. Ха, промахнулся. Тогда тебе не повезло. Слушай-ка, подожди секунду. У нас этот сейчас будет замораживать всех. Ай-яй-яй. А вот это попадос. Смотри, что творит. Ну, естественно, и этот подхалим сейчас будет наяривать здесь. Эй! Чё разошлись-то, я не понял. Чё-то пахнет фейлом, по-моему, ребят. Чё-то, мне кажется, тут будет фейл. Так, заморозка. Нет, пока не будет никакой заморозки. Угу, убил. Так, что нам здесь? Давай, наверное, вот так вот все-таки я сделаю. Давай, разбег, пожалуйста. Е-е-е, отлично. На-ка. Кусаем. Добиваем. Нет, я пока не буду, ребят, здесь тратить. Энергия нам пригодится. Он все равно сейчас промахнется. На тебе слепоту. Нет, будем просто пока его так атаковать. Что-то он как-то очень быстро здесь ходит, тебе не кажется, а? Ну что это за укус, а? Так, слепота у него еще пока продержится, да? Еще на один ход. Сейчас будет разбег делать. Ну, естественно, не попадет. Так, кусаем. Накладываем опять слепоту. Ну, лучше, ребята, потихонечку бомбить, чем подвергать риску у моих драконов. Здесь мы можем с тобой сделать вот так теперь. Вполне. Укусить. О, вообще добили. Опять, да, командочка? Так, прихвостень тут есть. Ну-ка, начнем, наверное, с него. А потом попробуем ветрокрыла. Понизили защиту, а? Если я сделаю так. Давай, поехали. Нам нужно его уничтожить. Опять Барсик. Барсик вечно у меня страдает. Я уже не знаю, друзья мои. Мне хочется его, конечно, поменять на кого-нибудь. Давай так вот сделаем. Хорошо, что у него не было полностью энергии. Так бы заморозил всех. Продолжаем атаковать. Сюда. Так, укус. Слушай, а вот сейчас будет плохо. Сейчас он сделает как раз заморозку. Барсик погибнет, да? Ну. Так, ну это... Блин, он понизил мне атаку. Упс. Смотри, что творит. О, выжил. Парень выжил у нас. Так, ну что, давай, вали своего кореша. А мы вот сюда бомбанем. Давай, давай, добивай его. Молодец, красавчик. Ать. Вот так, на дорожку, так сказать, сделаем. Все, ребят, выиграли. А вот и пак вождя. Что нам здесь выпадет? Громоль, лаворык, шепот смерти и громобой с древорубом. Вострозуб, сарделька. Так, по-моему, кто-то все-таки у меня, может быть, вострозуб прокачаться хочет. Да, друзья мои, он получает у меня 10 уровень. Ну, он смотрится, согласись, шикарно. Лучше, чем до этого он был.
Так, древоруб, а ты, по-моему, еще... Ага, можешь. Ребят, 10 уровень получает он. Вот так-то. Это вам не шуточки? Так, Громль, ты-то как? Блин, он не прокачанный. Змеевик. Змеевика у меня нету еще до сих пор. Прикинь. Ну а ты? 51 уровень, да, нужен ему? Понял. То есть, грубо говоря, у нас с тобой... Раз. Слушай, ну дофига. Тут 24 уровень нужен. Так, чудовище. Во. Только лишь 10 разряд получает. Ну, у него все с огнем связано, да? Лаврык, а ты как? Понятно. То есть еще есть к чему стремиться, кого прокачивать. Ладно, ну а мы с тобой еще пойдем за одним паком вождя. Так, ай, уже поздно отменять. Хотел заменить, ребята, этого Барсика. Ох ты, командочка какая. Ну, поехали сюда. Громорок. Так. Ну что ты? Давай так сделай, наверное. Добить мы не успеем. Или успеем. Так, сейчас будет у меня Барсик ходить. Он уничтожит. Вот здесь уже хуже. Потому что этот будет замораживать. Замораживать. Если мы ему, конечно, дадим такой шанс. А у меня нет выбора, верно? Угу. Единственное, что я могу сделать, это понизить ему броню, укусить и немножко еще бомбануть Барсиком. Но заморозки все равно не избежать. И она будет лютая. Я боюсь даже, что тут мы погибнем. Ты смотри, что он сделал. Им просто лишь нужно здесь добить. Этот сейчас добивает моего штормореза. А Кривоклык, к сожалению, один здесь не справится. Никак. Ну ты посмотри, что творит, а. Давай я вот так сделаю. Ну это бесполезно, конечно, ребята. Это бесполезно все. Давай заморозку свою, пожалуйста, а. Сделай заморозку. Отлично. Так, замораживает своего кореша. Ой, как мало он нанес ему урона, ребят. Ну, по крайней мере, я этого ушатаю. Я этого, ребята, ушатаю. В плане, блин. И что? Ну давай. Это совсем не айс. Слушай, интересно, он сделает сейчас заморозку свою или нет? Как ты думаешь? Сделает. Он сделал заморозку, друзья мои. Это хорошо. Теперь я попробую все-таки этим заняться. Блин. Что-то мне подсказывает, что я ни шиша не успею. Слепоту, если я повешу. Давай. Добьешь? Ну какого, блин, лешего ты не добил? Офигеть. Офигеть, что он вытворяет. Ладно, сейчас-то ты его добьешь ведь. Сделай доброе дело, добей. У него-то энергия, ребята, полностью. Короче, я здесь проиграл. Знаешь почему? Ну потому что он сейчас мне сделает заморозку и... Все на этом. Доигрался я, короче. Даже на ничью не успел выйти, прикинь. Жаль, конечно, получилось плохо. Дай-ка я попробую поменять. Поменять Барсика, наверное. Слушай, мы же с тобой не проверяли хлыстореза. Давай проверим его, насколько он хорош. Тоже, ребята, это у нас чемпион. Причем это у нас ярость. Вот он, да? Ну, начнем, как обычно, с душителя.
Правда, уровень 11 всего лишь. Так что он делает? Повышает силу атаки этого дракона, ускоряет дракона. Особое умение ему будет недоступно. Да и фиг с ним. Сейчас просто хочу посмотреть, как он хорош. Твою налево, сейчас кому-то понизит. А нет, смотри-ка, не стал делать. Так, громобой сейчас что-то сделает. Так, я понял. Мы этого добьем. Но нас ждет заморозка. Причем опять массовая. Блин, хоть опять бери в команду этого ветрокрыла. Кто сомневался, что будет именно такой расклад? Конечно, конечно. Но кусает он серьезно, ребят. По-моему, сейчас уничтожат, да? Ох, даже так. У тебя массовая, оказывается, эта атака. Видишь, что творит? Еще он вытворяет. Да он хорош, этот парень-то. Слушай-ка. Ты просто смотри, как он вжаривает, а? Его массовую атаку можно приравнять к атаке... знаешь кого? Тройного удара, наверное. Так, а вот здесь вот нам вот эта штука не нужна. Громоль, иди-ка ты знаешь куда. Сарделька, в принципе, тоже бесявая. Давай так. Ага, смотри, смотри, смотри. Он прочухал, ребята, фишку. Он прочухал фишку, да? Что нужно сделать? В кого бомбить? Вот оно что. Да, с пониженной броней это, конечно, плохо. Блин, может быть, нам усилить атаку, а? И ускориться заодно. По-моему, зря мы это сделали. Он не успеет, ребят, этим воспользоваться. Или успеет. А ну-ка. Отлично. Шикарно, я тебе скажу. Давай тогда вот этим разберемся. Все, разобрались. Но подожди, еще не все потеряно. Еще пока не все потеряно. Давай я вот так вот заряжу. Дальше мы его... А, погоди-ка. Ну да. Убиваем. Здесь также понижаем броню. Ну и в принципе ему крышка. Делаем слепоту. А так как у него броня пониженная, мы еще и вот так звезданем. Даже не думай. Даже об этом и не думай. И добивка. Все, друзья мои, победа. Ну что, открываем и смотрим. Шипорез, древоруб, прихвостень, кривоклык. Все, да? Ну да, получается, что все. Ну, я пока оставлю, наверное, состав команды именно такой. Мне, в принципе, он устроил. Довольно неплохо бомбим. Так, а здесь-то что? Блин, нам нужно очень много древесины, друзья. Очень много. Так, здесь давай заберем. Тут еще, оказывается, елочки остались. Их не было видно. Давай бесплатно уже заканчивай. Блин, ну вот здесь, конечно, лопухнулся. 380 миллионов нужно. А хижина плеваки, что там? А, нам не хватает викингов. Нам просто не хватает викингов. Угу. И улучшить я не могу. Так что наша основная сейчас в данный момент цель — это будет накопить, ребят, накопить. О, этот-то у нас. А он такой вот маленький и будет? Серьезно? Я думал, что он, ну, подрастет. А он такой малыш, оказывается, и останется. Ладно. Пускай летает. Так, 85 уровень. А ты-то почему у меня не обучаешься? Лети давай.
67 миллионов он попросил за обучение. Ничего себе. Да, я удивляюсь, ребята, с такими расценками. Это, конечно, трэш. Сколько у меня там? А, все места заняты. Ну что, друзья мои, пожалуй, тогда на этом я буду закругляться. Эти-то чего мне тут стоят? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!